Всего два мощных красавца американской марки John Deere смогли заменить десятки ранее трудящейся сельскохозяйственной техники, которая так и осталась теплым воспоминанием о прошлом. Тракторы разрабатывают земли, готовят территорию к посеву на площадке Хоромная в Климовском районе. Машины впечатляют как внешним обликом, так и внутренне. Прицепная дисковая борона трактора с шириной охвата почти 11 метров позволяет в день обрабатывать до 140 гектаров земли. В кабине каждой машины установлен компьютер с GPS-навигацией. Вот оно поле, видите, да? Вот, например, 100 гектар, там сколько. Я его объезжаю, я его сразу могу сделать границы, да. Я его вижу, даже вот в ночное время работаю, все, мне это уже карта, я по карте я уже вижу, где мои границы, где я прошел. То есть я уже ночью, я не заблужусь, например. Потом он позволяет мне знать, я работаю, я знаю, сколько гектар сделал. Я могу управлять, он легко управляем. Я вот его ставлю сейчас, маршрут выбираю, поле, да. То есть чтобы не было там огрехов, там ненужных переездов, там, ну... лишнего, чтобы я не делал. Ставлю его на маршрут, ставлю, он сам ездит. После разработки земель вносятся минеральные удобрения и начинается посев. На этом этапе мощные тракторы сменяет не менее впечатляющая сеялка, которая выполняет сразу три функции – разрыхляет, удобряет и сеет. Урожай с этих площадей идет на корм для крупного рогатого скота, численность которого на фермах Мираторга перевалила за 75 тысяч. К тому же скоро поголовье увеличится в разы. В агрохолдинге началось время отелов. Для животных выращивают клевер, кукурузу и, конечно же, любимое лакомство коров. Сочную и сладкую пайзу. В настоящий момент приступили к севу однолетних, значит, это пайза и вот этой смеси микс одновременно, одной сеялкой. Ну, а где-то с 1 до 5 мая подготовим почву и приступим к посеву кукурузы на площади 200 гектаров. Всего в период весенне-полевых работ в Климовском районе необходимо обработать 3600 гектаров. В планах на июнь-июль разработать залежные земли и увеличить площадку до показателя 5000 гектаров. Кристина Перцхилава, Владимир Сидоров. События, Климовский район.